Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала Алипросто. Для того, чтобы найти чехол от iPhone 10 на сайте AliExpress, нам для начала надо зайти на сам сайт, после чего ввести в поисковик слово iPhone 10 и нажать на кнопку «Поиск». Теперь первым делом, что мы делаем, это ставим галочку на «Бесплатная доставка». В левой стороне мы видим, что мы можем выбрать категории, которые нам нужны и нравятся. Мы в первым делом выбираем категорию «Специальные чехлы». Далее выбираем совместимую модель iPhone 10. Дальше отсортируем весь товар по цене от самой дешевой до самой дорогой. И уж поверьте, они особо ничем, да не то что особо ничем, они ничем не будут отличаться от цены, которая немного дороже. И естественно в результатах поисках у нас здесь не только от iPhone 10, но и от других моделей. Немного пролистаем, и мы увидим, что дальше есть от iPhone 10 за 40 рублей, и мы видим такую пометку 11.11, это значит 11 ноября эта цена будет составлять 43 рубля и 83 копейки. Но мы знаем, что если вы купите еще и с кэшбэк-сервисом, то цена еще упадет на рублей 10. Ссылку на кэшбэк-сервис Letyshops и EPN — это два сервиса, которые реально работают и честны со своими пользователями. Я могу вам их рекомендовать. Можете выбрать на свое усмотрение EPN или Letyshop и покупать данный товар еще и со скидкой. Давайте мы перейдем на какой-то новогодний чехольчик и посмотрим, что мы имеем. Для того, чтобы купить, нам надо вначале выбрать цвет. Дальше, для какого iPhone нам он нужен. Выбираем iPhone 10. Вот тут показана общая стоимость, это сколько он действительно стоит. Но числа 11.11 он будет стоить 38 всего лишь рублей, а сегодня 81. И нажимаем «Купить сейчас». После этого вы оплатите удобным для вас способом. И на этом все. Предыдущую страницу с данными чехлами я тоже ссылочку поставлю в описании, чтобы вы сразу перешли и было удобно вам купить. Кому это было интересно, пожалуйста, поставьте лайк этому видео.